Доброго здоровечка! Доброго. Скажи, милая, где тут ваша церква? Так это там вот, на конце села. А сами-то откуда будете? С Каменкими. Так у вас свое. Так закрытая она. Месяц уж как закрытая. Батюшки-то нашего нет. Как так? То нам неведомо. Пропал и все. Теперь в вашу церковь ходить будем. Покрова сегодня. А как-то спать батюшку вашего? Отец Александр. Благодарствую. Ну что, весь стол вылезло то? Нет, тут столько крошек. Крошек да вошек. Пашка, поди занеси то, а. Пусть поест. Не занесу. Сама ешь. Лучше я съем. Цыц мне. Сытая я, поди занеси. Не занесу. Дочь. Ну, поди занеси. Дочь, ну занеси. Васька, ну чё ж она там голодная-то сидит? Ну, поди. Погодь, сыворотки плесну. Вот так. Иди. Дома надо есть. Угу. На, бери. Не бойся, на. Вот так, вот так, о. Ну чего ты, охламон? Иди гуляй, ну. Ой, обронила. Ну ничего, сейчас, сейчас все подыму. Пойдем, пойдем в дом. Не бойся. Пойдем, пойдем. Я тебе еще налью. Вот так. Ходи, ходи. Здравствуйте.
Здорово будьте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Нашли? Нет. За сараем смотрел? Чего? Погляди. Не пойму, размыть все. На кого? Похоронка. Степаниди Васильевич. А имени-то я не разберу. Ой, не могу. Так вы Степанид-то? Оба Васильевичи. Эй, муж ейный. Куда побежали-то? Да пусть и бегут. У Степанида-то оба Васильевич. Да. И муж ейный Вася. И сын Алёша. А сын Алёша. Оба Васильевичи, оба без вести пропавшие. И на кого? Так я не разберу, понимаешь? Ну, я не разберу имени Васильевича, а имени не разберу. Ладно, так вниз. Ты погоди. Погоди, Зин. Там у Степаниды со здоровьем что-то. Да знаешь, у нее сердце. Ну, погоди. Не отдавай пока. На поправку пойдет. Позже. Тогда уж, ладно? Позже, да. Стоять! Куда бежишь? Ну-ка, по домам все быстро! По домам, я кому сказал? По домам идите, по домам. Ну, с Богом. Идите, идите. Идите. Вот и хорошо. Господи, помилуй. Степанид! О! Ну, как здоровье-то? Ой, да отпустила. Все продохнуть не могла, а тут отпустила. Ну-ну. Ну, хорошо, хорошо. Авдотья, а ты чего детей дом не кормишь? Чего? Да Васька твой все с миской по дорогам ходит. Да и ест бедный на улице. Ты бы это дома. Да? Ну, ты посмотри на... Господи! Смотри, что у меня для тебя есть. Бери. Возьми. Возьми ленточку, я тебе ее дарю. Смотри, какая красивая.
Косу заплету, да надену. Ну вот и готова куколка. Только ж подарить некому. Разломать может. Эх, была бы тут девочка какая-то, подарил бы. Так ведь нет никого. Ну, себе оставлю. Играть буду. Играть буду. Ой, красота-то какая. Как зовут-то тебя? Фашист. Делать-то? Наш чучу дела. Ну? Чего? Слушай, кто крестил? Угу. Кто и что по пухнем там? Гертруда или Марта? А то Анна. Анною? Это как мать ее покойная. Попалась. А ну быстро отдавай куклу. Не отдам. А ну быстро отдавай, а то хуже будет. Не отдам. Сейчас же отдалай. Эй, фашистка, ты чего? Я не фашистка, я Анна. Пойдем. Пойдем скорее. Совсем уже бешеная стала. Ну. Почистим. Почистим, почистим. Не влезает. Как же ее? Не получается. Ну ты подскажи старику, не знаю, как есть. Надо откусить или отрезать кусочек. Правда? Ну покажи. Ну-ка садись. Покажи. Ну. Научи меня старого-то. О, еще раз. Я чуть не запомнил. Я и дома наварил много. Боюсь, не осилю. Может, поможешь старику? Повернись, повернись вот так вот. Вот, хорошо, хорошо. Вот, стой так, стой, хорошо. Вот, так, сейчас мы тут это отрежем.
Далеко ли собралась-то, милая? Корову доить. Ха, вижу, полы-то хорошо мыть умеешь. А вот коров-то у меня нету. Нету коровы? Так нет. Раздевайся. Да. О, написали-то. Не ототрёшь. Бог в помощь. Здравствуй, Авдочка, здравствуй. Ну, давай подмогну. Да сам управлюсь, Авдочка, привычный. Угу. Никитична вон лозунг отдала. А. Буковки-то отстираю, платья не будет. Угу. Ты с чем пожаловала, да, матушка? Разговор какой? О чем мне разговор-то? Известны мне ваши разговоры. Ну, ругайте! Ай. Ну, на все ж село позорите! Мужи моих детей позабираете, а? А чего? Вон они, бедные да голодные. Портки носят. Одни на всех. Когда мать ейная из концлагеря с детем вернулась да померла, много вас охотников до этого добра немецкого было. А я сама и богатая. Пол двора богатства бегает вон. А прибегут, я картошку не смирю. И мне ну, Аннушка, ходят виноватые мы. Давай, давай, ищи. Вот, хорошо, молодец. Клади, клади. Вот умница. Аннушка, пойдем-ка погуляем, а? Давай, давай. Пять, шесть, восемь. Вот ты молодец, вот десять. Фу, ну запрел в рясь-то, запрел. Вот, давай, давай, давай. Я тоже охотник. Вот умница моя. Вот ты хорошо, вот ты коза моя, вот ты. Ну-ка, Вань, давай, покрути. О, давай, 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 крути, 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 как следует. О, давай, о, о, хорошо. О, давай, давай. Давай. Батюшку вы спрашивали. А на кой наш батюшка? Ой, боязно мне что-то. Вдруг чего? Да бог их знает. Слышь, гражданка! Эй, тетка! Оглохла, что ли? Похоронную получила. Похоронную. Поп-то ваш где проживает? Похоронную. Только не знаю, на кого. Да поняли. Поп, где говорю. Да, ну тебе. Я знаю,
тихо! Тихо, бабы, тихо! Как тихо? Мы же тихо! Зря вы это все вздумали. Да как же зря-то? По что ты тут с вилами прибежала? Где тут коровы бешеные? А? Пелагея, что с колом? Положи кол-то. Положи, положи, кому сказано. Седаю уже, все с колями бегаешь. Серьезно это все, бабы? Несерьезно. Зря. Кол положи. Положи, кому сказал, Авдотья. Не научил я вас. Да за награду я, дед. За наградой. А за какой? Значит, полагаю. Награду-то, значит. Батюшка, а какая награда? За медаль, если вас ей медаль дают. Поехали. Аннушка, да что ты, да скоро поехали, вернусь. Поехали, поехали. Аннушка, ну что ты, не надо, ну. Аннушка. За Анной моей поглядеть. Поглядим, поглядим. Не волнуйся. Аннушка. 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 Так за кого молиться-то? За кого? За меня молись. За меня. Папам дают? Папам дают медаля разве? Нет, не дают. А может, и дают. Так про медаля-то ничего не сказал он. Назад! Назад, воротись, Анна!
Авдотья, давай, может, я понесу, а то тяжело. Не тяжело.